Приветствую, друзья, на канале Автохакер. Сегодня у нас интересная и полезная темка будет. Что же делать, если у вас вот такие вот потертости? Ну, от чего это? Вот в автомобиль мы садимся, выходим, там ногой зацепили, там с ногой зацепили. И получается, у нас вот так, где пороги, у нас здесь все краска облезает. Вот. И что делать? Опять-таки, счищать, первый вариант, перекрашивать. Либо же второй вариант, как это делал я, то есть у меня остается краска после того, как мне там покрасил мужичок двери, задние двери, да, я там ремонтировал бампер, капот, у меня немножечко осталась красочка. Я это все хорошо обезжирил, обязательно обезжириваем, вымываем, обезжириваем. И вот такую вот кисточку беру немножечко, там у меня осталось грамм 20 этой красочки еще, немножечко вот так вот беру, вот так вот это все. Это, знаете, будни такие перекупа, да? И вот так, смотрите, вот это вот беда. Сперва я вот так вот делаю всегда. Я вот так вот, как губочкой, знаете, наношу. Вот первый слойчик. Видите, его уже нету. А потом второй слойчик я вот так вот тру сверху вниз. И наоборот. И получается, оно полностью забирается. Потом нужно дать ему немножечко выдержаться и опять-таки подкрасить. У нас получается вот это вот полностью царапинка, она у нас ушла. Вот здесь вот я вон там убрал. Сейчас буду вот эти вот огромные такие убирать. Вот так вот. Ну, здесь легче. Здесь оно. Ну, во-первых, да, оно будет видно. Ну, как видно? Ты, во-первых, не будешь его сам видеть, потому что я каждый день, садясь в автомобиль, думаю, блин, когда я его вот это сделаю? Можно карандаш купить, продается в любом автомобильной малярке, там где, либо где-то там еще. И вот это вот все устранять, вот так, видите, какие вот порезы. Блин, я сажусь каждый день в автомобиль и думаю, когда я вот этот вот вопрос решу, когда этот вопрос решу. И этот вопрос не решается уже на протяжении вот второго года. И я лучше вот так вот, знаете, замажу, оно засохнет. Я думаю, оно его не будет сильно видно, потому что здесь никто не присматривается. Для меня так будет спокойней. И вот я вот эти вот сейчас все вот эти вот барабахи уберу, и у меня такого больше не будет цирка. Так что вот видите, такой вот способ. Нехитрая, обычная кисточка. Детки рисуют такой кисточкой, да, там в альбоме. Желательно ее подрезать ножничками, чтобы она, получается, была как можно меньше ее было, чтобы когда вы будете красить, вот этот вот конец, он не разошелся в разные стороны, и у вас ничего не получилось. Видите, я ну сейчас красочка засохнет, я потом еще вторым слойчиком вот так вот пройдусь, в принципе, и все, и у меня все будет готово, у меня все будет very, very good, просто класс. Вот такой вот способ устранения полностью всех вот дефектов, выходя с автомобиля. Понятно, что дело, что сейчас многие будут писать, блин, что ты делаешь, это, блин, колхоз и так дальше, нужно перекрашивать, да, друзья, нужно перекрашивать, по идее, лучше всего перекрасить, ну, по идее, это по идее. А вот когда у тебя вот такие вот мелкие царапинки, и ты не хочешь перекрасывать, ты выкупаешь это сколько гемора, тем более это в середине машины, где придется это все тереть, где придется как-то салон там прятать от вот этого вот все от машинки, от наждачки, от пыли, то легче вот взять, я думаю, вот такую вот кисточку и это все вот замазать. Слой так не берите кисточки, прям чтобы у вас на кисточке было там краски дофигища. А вот, в принципе, вот так вот немножечко можно всегда сделать. Что, друзья, с вами был Автохакер. И вот такие штуки буду я показывать на канале еще очень много, часто. Так что залетайте, смотрите. До скорого. Буду работать.